«Жесткие переговоры» – это книга-тренинг, это книга-самоучитель, в котором даются описания всех основных приемов, которые мы сами использовали, занимаясь жесткими переговорами. Самое главное отличие жестких переговоров от всех остальных, что здесь вас будут пытаться вывести из состояния эмоционального равновесия. Ну и, соответственно, если вы ведете такие же переговоры, вам необходимы приемы для того, чтобы дестабилизировать психологическое состояние другого человека, воспользоваться этим и, конечно же, выиграть эти переговоры. И вот те самые лучшие приемы, которые были вычленены для того, чтобы побеждать в переговорах, они находятся на страницах этой книги. Перебивание, атака вопросами, интерпретация – только практические техники, с помощью которых вы можете чувствовать себя комфортно в жестких переговорах. Эта книга предназначена для того, чтобы правильно вести деловые переговоры, если против вас используют жесткий агрессивный формат. Как защищаться, как нападать в таких сложных ситуациях – именно об этом наша книга.